Так, у меня вроде есть $1. Интересно, что я смогу купить? Так, какие-то тут бобы? Почему тут только бобы? Ну ладно, давайте их возьмем. Добрый, да, здравствуйте. Можно, пожалуйста, мне вот эту вот баночку? У вас слишком мало денег, она стоит $10. Так что валяй отсюда, бомжара. Блин. К сожалению, мне денег не хватило. Получается, я и вправду бомж. Ну, в целом, всем привет, дорогие друзья. С вами я, Жабка, и, конечно же, мои подписчики. И сегодня мы с вами играем в симулятор бомжа. Конечно же, в игрушке под названием Roblox. Всем привет. О, привет, братишка, привет, Флюшка, молодец, хорошо сыграл, РПшечку. Так, перебежи машину, ой, машину, дорогу. К сожалению, меня сбила машина. Ну что, мы с вами оказались в каком-то бедном районе, и сейчас наша задача выжить. Наша задача это добывать всякий мусор, и, конечно же, пойти вот в такой вот магазинчик, где покупают трэш. Трэш, ну это понятно. У меня брат устроился один день... в магазин. Может быть немного грубым. Ха-ха, я понял. Понятно, почему отшил. В целом, наша задача просто собирать всякие вещи. Пластик, картон, доски, батарейки, гвозди, ну и так далее. И продавать на барахолочке. Ну давайте тогда этим займемся. Немного с вами заработаем денег. Купим чуть-чуть получше палочку. Будем с вами зарабатывать намного больше денег. И... наконец-таки устроимся на нормальную работу. А то негоже быть всегда бомжом. Давайте, мужики, добываем мусор. Кстати, а у городосика уже палочка какая-то железная. Пенопластовая палочка за $5. А-а-а, нифига себе. У меня деревянная. В любом случае может сломаться. И, кстати, мне только что батарейка выпала. Забыл сказать. Она довольно-таки дорогая. 13, 14... и, к сожалению, сейчас 15-е будет. А, кстати, а зачем я реально в магазин ходил, если... вот, друзьяшки, взгляните, если у меня есть как раз-таки 3 банки вот этих вот анчоусов или что это? А, это бобы. Точняк, это бобы. 3 банки бобов. Правда, они, походу, пустые. Эх, ну ладно. Сколько мы с вами получим за данный мусор? Продать все и получаем с вами целый $1.70. Ну и у нас с вами... есть возможность купить какую-нибудь другую палочку. Погнали в магазинчик под названием «Доллар общий». И мы с вами можем... я ошибся, друзья, я ошибся. Первая палочка стоит $5. Ё-моё, зачем я туда вообще побежал? Ничего страшного, добываем с вами мусор. Вот что будет, друзьяшки, если плохо учиться. Окажетесь на улице и будете тоже собирать всякий мусор... вместо того, чтобы заниматься реально интересными делами и зарабатывать очень много денег. Так что, ребята, хорошо учитесь и не будьте плохими людьми. Ну а мы с вами начинаем добывать много мусора. Чего? $74 только что мужик получил. Ничего себе, вообще красавчик. Я предлагаю, знаете, что сделать? Вначале нам вкачать палочку, купить ее за $5, потом начать прокачивать вмещаемость. И мне бы найти какое-нибудь местечко, где у нас есть рарные вещи. Во, например, вот тут вот. Давайте добывать. Много добывать. Нужно много мусора. Мы бомжи, мы хотим много мусора. Хо-хо-хо-хо. Слышь, мужик, давай валяй отсюда, это мой мусор. О, убежал. Нас тут только трое. Трое друзей-бомжей. Так, мужики, давайте добываем. Э, слышь, давай! Вали отсюда, у нас палки. Мы тебя это, сейчас прогоним отсюда. Это наше место. 6, 7. О, картонку получил. Но жалко, это не какая-нибудь там батареечка. Вы видели? Нифига себе, тут сбитый чувак ходит. Видимо, нам угрожал. Ладненько. Добываем намного больше. Может, тоже купим биту. Будем всем бомжам угрожать за нашу точку. Гопник местный. Да, будем с вами не бомжами, а гопниками теперь. Посмотрим, сколько мы с вами заработаем. Эх, всего лишь $1.15. Я нам дом нашел. Что нашел? Дом. Дом? Я даже знаю какой. Вон он! Вон он! Домик! Давай, городосик, иди сюда. Давай. И, кстати, тут есть вещи. Слышь, Плюшка, давай к нам беги. Мы тут, в мусорке валяемся. Беги к нам, Флюшка!
Ты потерял нас, что ли? Так, Городосик, ты там что-то нашел, что ли? У меня максимум вещей. А, понял. Ой, чувак сюда пришел. Давай, вали отсюда, это наше место. Lucky Roblox Game. Какой классный ник у чувака. Хочу много-много вещей. О, носки, спасибо большое, мусорка. О, еще и баллончик спреевый. Чего? А знаете, сколько он стоит? Он, наверное, вообще там доллара 3 стоит. Только что мне, знаете, как повезло. 3 буквально вещи нашел за один раз. И мы с вами сейчас выясним, сколько мы получим. Продаем. А, только 3,66? А что так мало? Я думал, намного больше получу. Эх. Да уж, видимо, меня обманули. Вот мне кажется, то, что нас обманывают. Вот. Покупаем с вами палочку за 5 долларов. И... а где палка за 5 долларов? Не понял. Давай мне палку за 5 долларов. А почему она не покупается, ребята? На нее нажать надо. Я нажимаю на... А, надо было убрать палку. Все, я понял. Теперь мы с вами более опасные бомжи. Кстати, мужики, давайте мы с вами погуляем по городу. Мне прям интересно стало, что можно вообще найти тут. Может, какая-то пасхалочка будет? Не знаю. Какой-то автобус ржавый. Что там находится? Давайте узнаем. Что-то не пускает? Не понял. You need a bus ticket. А-а-а! Пацаны, чтобы туда зайти, нужен какой-то ключ или билет. Это новая территория для более богатеньких, что ли? А, ну да, смотрите. Там бомжи элитного класса. Они под трассой. Да уж. Крутые, получается, бомжи. А мы с вами вот в таком вот, к сожалению, местечке. Тут у моего подписчика, кстати, еще картонка какая-то есть. Нет денег, нет работы и без проблем. Понятненько. О, еще какая-то картонка. Бездомный, что угодно помогает. Ага. Смотрите, я тоже взял эту картонку. Получается, у меня нету проблем. Нету денег и нету работы. Да уж. Я крутое местечко нашел, идите сюда. Там, где мусорка, там есть... мусор, как бы это странно ни звучало. Я только что оттуда. Там 25 этих рарных вещей, давайте добывать, мужики. Я только оттуда. Две бутылки досталось, офигеть. Две рарные вещи сразу досталось. Вот это я богач, конечно, все, мужики. Стану самым га... Самым г... Что самым г... Батарейка. Самым богатым. На этом районе. Все, к сожалению, инвентарь у нас полон. Нужно сейчас денежку поднакопить и улучшить наш рюкзак, а то с 15 единицами очень проблематично уже ходить. Ну и момент истины, сколько мы получим денег? 4 доллара! Уху, мужики! Кстати, а вы заходили к этому мужику вообще на эту барахолку? Вы взгляните, сколько у него мусора! Даже поваляться можно на каком-то стуле! Чего? Реально логово бомжей. Таблица лидеров бедных людей. Ну, я бы не сказал, что они бедные, потому что у них почти 2 миллиона долларов. Но это уж точно не бедные люди. Городосик тут поржал с того, то, что бомжи элитного класса. Да, ну не может быть у бомжа 2 миллиона долларов. Хотя я знаю случаи, вот известные люди есть, которые живут на улице, но у них есть очень-очень много денег. Мне нужно много денег, мне нужно очень много денег. Я бомж, хочу много денег, хо-хо-хо-хо-хо. Градосик, давай со мной копай, чтобы много мусора было. Собираем, давай, станем миллионерами. Вот доску, доску получил. Фольга, рваная ткань. Не, это все, конечно, очень плохо. Нужны всякие досточки, гвозди, батарейки, вот это вот... Реально ценится на приемке. Во. Эх, я думал, в последний момент мне повезет. Побежали тогда продавать, продавать. Поднакопим с вами еще денег. Еще 5 долларов получил. Ну почти, без 3 центов. Предлагаю еще разочек нам накопить денежку и улучшить еще на 15 единиц инвентарь. Ну что, настал момент прокачать еще наш инвентарь. Один разочек, второй разочек и третий разочек. 35 места у меня. Так, пакетики рвем, ищем наш мусор, чтобы много было. О, первый раз гвоздь попался. Вот это мне повезло, мужики. Доска, отлично.
Что еще попадется? Я все возьму. Все, что найду, я все возьму. Уже 26 единиц заполнено. Нужно еще прокачивать, что ли? Блин. Друзьяшки, я думал, я долго буду сидеть и копать этот мусор, но он накапливается очень-очень быстро. Картон последний. Эх! Ну что, тогда побежали сдавать и посмотрим, сколько денежек в этот раз мне дадут. А что так мало? Только 4 доллара. Мне вот кажется, реально меня обманывают. Очень-очень сильно обманывают. С деньгами. Так, пока что никого нету. Мужик, давай, вали отсюда. Мое место. Все. А, он все равно богатый. Бумага, картон. Нет, мне нужно что-нибудь другое. Мне нужны редкие вещи. Давай, жабка, копай. Чтобы много денежек было. Блин, нет. Вообще ничего не падает, к сожалению. Доска. Отлично. Хотя бы доска есть. Давай, 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 давай. Ну, бумага, ну не надо мне бумагу. Картон. Бумага, опять пластик. Да что ж такое-то? Дайте мне нормальные вещи. Не хочу. Нет, ну пожалуйста, игрушка. Картон, фольга и последнее мне падает. Падает пластик. Эх, обидно, конечно. Сейчас опять мне дадут 3 доллара всего лишь. Ну, я и сказал, 3,96. И у нас с вами есть 11 долларов. Давайте поднакопим 15 долларов и купим еще одну палочку какую-нибудь. Ну что, мы накопили 15 долларов. Мне нужно не 15 долларов, а 20. Ну, в целом, ладно, давайте с вами купим тогда картонную палочку. Пусть она на всякий случай у нас будет. И улучшим на 5 единиц еще наш инвентарь. Так, мужик, отойди. Отлично, прокачали. Нужно найти какое-нибудь такое суперское местечко. Правда, я не знаю, куда идти. Во, нашел! 17 редких вещей. Или 19. Давайте покопаем. Может, тут покопать? Я думаю, тут мне повезет. Давайте тут покопаем. Тут людей вроде нету. О, какое облегчение. И доска падает. И много-много вещей. И носки. Вообще так изумительно, когда никого рядом нету. Вообще не отжимают у меня вещи. И пружина даже выпала. Я тут потайной проход какой-то нашел. Ты нашел потайной проход? Подожди, я да. К тебе подойду. Подожди, подожди, интересно. Вот далеко идти. Да ничего страшного, добегу, посмотрим. Так, у меня уже 36 вещей. 39. И давай последнюю мне легендарную вещь какую-нибудь редкую. Нет уж. Не повезло мне с этим тайником. Побежали тогда наш хабар сдавать. Продать все. Сколько мне дали? Сколько? 9 долларов? А что ж так много? Ничего себе. 9 мужики долларов дали мне. Градосик, ты где? Как идти к магазину, только не переходить через дорогу и поворачивать налево. А, иду, и иду. До поворота. Хорошо, иду. Сейчас посмотрим. Слушай, Флюшка, там на дороге какой-то предмет валяется. Может, попытаемся его как-нибудь взять? Хотя я боюсь идти через дорогу. Ой, Флюшка, блин! Нет! Дружище, как же так? Это какой-то батончик, что ли? Так, дожидаемся машину. Дожидаемся, чтобы она проехала, и мы схватили покушать. Во, машины проехали. Взаимодействие! Блин! Машина сбила! В целом это возможно, друзья, это возможно. Ну что, еще одна попыточка, дожидаемся автомобиля. Ой, слишком много автомобилей, нет. Я подобрал! Нет, не подобрал. Почему я не подобрал? Что? Я думал, я подобрал, но нет. Еще раз попытаемся. Может, это какая-то ловушка, специально для бомжей, как мы? Сколько машин, вообще не везет, нет. Осторожно. Берем, 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 давай. Не хочет браться вообще никак. О, мужик, здорово. Ты кто такой? Какой-то тут бандит стоит. Смотрит на нас. Все, я добежал до тебя, градосик. Показывай. Так, какие-то ковры тут. Какие-то коробки. А, подождите, здесь можно установить свой магазин. Понял. Какие-то коробки. Они двигаются. И... Блин, коробку, а как ее убрать? Слушайте, а это возможно? Может, это какая-то канализация, что ли? Давайте попытаемся убрать эту коробку. Может, у нас получится.
Так, сейчас попытаюсь, друзьяшки, попытаюсь убрать эту коробку. Нет, вообще ни в какую, прикол. А, убрал! Представляете, убрал коробку. И что нас ждет внизу? Опачки, что это за местечко еще такое? Канализация, что ли? Давайте посмотрим, что тут находится. На всякий случай палочку возьмем. Походим тут. Какой-то чувак стоит. Дами. О, это какой-то мем, что ли, легендарный? А, а куда мы упали? Что? Подожди. Что это за место? Где мы оказались? Сломали игру, городосик. Мы только что оказались за картой. Подожди, а до туда вообще реально допрыгнуть или нет? Я упал. Блин, ребята. Вот это мы, конечно, дыру нашли. Чисто в закулисье, ребята, попали. Мужики, нас какие-то пацаны преследуют. Может, их попытаемся как-нибудь, ну, того? Ну, хотя, ладно, мы добрые. Так уж и быть, пацаны. Мы добрые. Так, городосик, ты хотел что-то мне показать? Ага, тут тоже какой-то прикольчик есть. Дамми. И какие-то лестницы. О, мужики, можно забраться. Побежали. Все, на краю, чисто на краю стоим. Сломали... Мне кажется, какой-то паркур. Где, тут? Да. Это реально похоже на паркур. Не зря же это все тут стоит. Вот и вправду. Мне кажется, то, что разработчики знали то, что сюда игроки придут. Как-то мы, ребята, с вами от темы ролика отошли. Начали с вами смотреть всякие приколы тут. Но я думаю, это тоже интересно на самом-то деле. А допрыгнуть-то как? А, все, допрыгнул. Полезли на кран. Может, что-то тут интересное есть? Погодите. Какие-то ключи, какие-то замки. А, тут пройти можно. Посидеть. Для чего это вообще сделано было? Что-то непонятно. Может, какие-то деньги тут валяются, не знаю. Не зря же это все сделали, 100%. Что-то тут должно быть. Я прям чувствую. Дальше, видимо, никак. Или можно все же... Я думаю, как-то можно забрать... Да ну, серьезно, что ли? Мы на крану. На кране, на крану. На кране, во. И тут можно походить вообще свободно. И посмотреть вообще за всеми игроками. Нет, ну это вообще очень-очень изумительно. Но вот, к сожалению, в богатенький район, возможно, мы не попадем. Я вот думаю, получится до того здания допрыгнуть или нет. Попыточка! Нет, я случайно упал, не прыгнул. Ну, в целом, да, друзьяшки, вот такой вот выпуск у нас сегодня получился. Обязательно ставьте лайк и, конечно же, подписывайтесь на канал, если вы хотите продолжение этого режимчика. Ну а с вами был я, Жабка, и, конечно же, мои подписчики Флюшка и Градосик. Всем удачи и, конечно же, пока-пока!